Всем привет, всем доброе утро. Да, играйте. Всем привет. Мы уже вышли на площадку, немножко погуляем. У нас опять такая жара. Мы тут прячемся в теньке. Детки играют. Сонька тут тоже. Вот такие мы красивые пришли с улицы, да, Дим? Смотрите, ноги, чернота, ужас. Будем купаться. Хочу лук заморозить, порезать мелко его и заморозить на зиму лучок. Чтобы всегда у меня в морозилке был на любой салат. Достается он замороженный, отламывается, и любой салат можно кинуть и в суп, и в борщ, и куда угодно. Очень удобно, поэтому сейчас этим и займемся. Кто проснулся, а? Кто проснулся? Кто-то выспался, да? Ты наш маленький позитивчик. Соня. Ну, только проснулись, скажи. Такой вот у меня лучок получился. Из 5 пучков. Вот такой вот маленький. Ну, не маленький, такой приличный пакетик. Сейчас это все дело пойдет в морозе. Какой Дима у нас пришел чистый, какие у него были супер чистые ноги. Я отмыла его кроксы. Поставлю на балкон, пусть немножко посушится. Это кошмар какой-то. Он играл в футбол. Голуби к нам прилетели к окну. Вообще голуби — это такой знак, вы знаете. К нам, когда прилетают голуби, у нас рождаются дети. Я вам говорила, у нас Мишель сейчас пьет антибиотики. Вот, и из-за этих антибиотиков она перестала есть. Она уже 2 дня не ест. Начала рвать пеной. Я вообще не знаю, что делать с ней. Она у нас вообще кушает только корм. А я хочу приготовить сейчас, наверное, рис. Просто какой? Рис без ничего. Какой рис? Мишельки нашей. Мишелька же заболела у нас. Поздоровайся с ребятами. Вот, и надо, наверное, сварить ей рис хотя бы, чтобы она хоть что-то поела, потому что это ужас какой-то. Бедная собака, мне так жалко. Самая несчастная собака на свете. Мышка, Мишель. Она даже на нее не смотрит, обиженная. Дим, ну не надо. Эй, что? Мишелька. Вот такая наша Мишель. Хорошая, да, заболела Мишель. Выехали, а сейчас едем к бабе с дедом, отвезем Димку на ночь. Они завтра собираются на море ехать, поедут. Димку выгуляют немножко, потому что на море давно не были, то сопли были, море было плохое. Сейчас вроде бы море хорошее, так что поедут немножко покупаются. Так что поедем сейчас поужинаем. Димка так радовался. Там брат, его старший, Андрюха. Вот он его любит, ждет встречи, чтобы будет рад. Капризничала, капризничала и заснула. У нас сегодня в обед опять дождь прошел такой небольшой. Ну, видимо, детки очень реагируют. Она так немножко плакала, видимо, плохо была головка, может, болела. Сейчас сели в машину, и она заснула. Оставили мы Димку, едем уже домой. У нас уже 8:30, темень. Да, я посмотрю.
как, пап, тебе с одним ребенком? Расскажи. Отлично, отлично. Отличные часы, да. Мы сделали подарок на прошедшую годовщину, да? Да. В общем, получается, с одним ребенком. Такое ощущение, что я вообще без детей. Потому что с двумя, конечно, намного тяжелее, намного сложнее. А когда маленький спит в кресле, такое ощущение, что мы молодые, одинокие, да? В общем, едем, короче, мы домой отдыхать уже. Так что буду с вами прощаться. Всем спасибо за подписку. Прощайте. За лайки. Подписывайтесь, комментируйте. Буду рада общению. И всем пока-пока.